Ой, девчонки, не могу, захотела салата из капусты. Морковку добавлю, капусту добавлю. И добавлю уксус яблочный, яблочко. И солюшки чуть-чуть. Сейчас все так пойму, помну очень вкусно и заправлю нерафинированным растительным маслом. Морковку на крупной терке натерла. Сейчас добавлю сюда. И все помню. Чтобы оно было все сочное, вкусное. Вот такой у меня яблочный уксус 6%. Сейчас добавим 2 столовые. Взяла одно среднее яблоко. Сейчас его тоже натру на крупной терке. Все перемешаю. И у меня вот такое нерафинированное растительное масло. Не знаю, у меня муж сейчас прямо любит его. Прямо говорит, хорошо сейчас. И ногти стали расти, волосы хорошо у него шелковятся. И в туалет, говорит, хорошо хожу. Не знаю, правда, неправда. Оно ему помогло, не оно. Ну, в общем, говорит, супер. Так что супер, буду класть салат. Ну все, вот и весенний салатик готов. Вкуснотища. Самое легкое и простое. Все, что можно по худашкам. И те, кто просто любит следить за своим здоровьем. Вкусно, 100%.